какое прекрасное время мы живем. Вокруг нас гудят города, мимо проносятся поезда и автомобили. В магазинах продают еду, а по телефону можно позвонить каждому. По канатной дороге можно подняться на гору, а в лифте можно спуститься в огромную пещеру, которая вот здесь, прямо у нас под ногами. Только ногой не топайте, здесь можно провалиться в преисподнюю. Под нашими ногами миллионы лет вода делала свое простое дело. Она точила камень. У нас под ногами целый мир, в пустоту которого однажды можно провалиться. Ведь вода продолжает точить камень, но нам на это наплевать. Но только не плюйте слишком часто, здесь можно провалиться. А над пещерой стоит городок, где живут 3500 человек. И не просто живут, а даже строятся, как будто вода уже перестала точить камень.